Сегодня многие россияне добровольно оказывают помощь военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Армавирское швейное предприятие «Элегант» также присоединилось к этой работе. Коллектив принял решение сшить для бойцов комплекты постельного белья. Девочки у нас очень патриотичные. Решили, что мы должны оказать посильную помощь нашим ребятам, нашей стране. Выступили с инициативой провести фронтовой субботник. Ну, то есть выйти в свободное от работы время и отработать день. Участниками патриотического субботника стали более 60 человек, причем к нему присоединились даже бывшие сотрудники предприятия. Работали ударно, с огромным желанием и даже со слезами на глазах. Очень хотелось подарить российским бойцам тепло своих рук и поддержку. Было сшито 520 комплектов, которые уже отправлены к месту назначения. Договорились с госпиталем в городе Горловка в Донецкой области и собрали 200 комплектов белья, пошло туда. Фронтовой госпиталь попросил у нас помощи, мы с удовольствием откликнулись. И остальные комплекты белья пошли ребятам в Краснодар, в учебный центр. Коллектив предприятия решил не ограничиваться одной акцией. Теперь сотрудники хотят оказать помощь детям Донецкой области. Мы узнали, что детские дома в Донецке тоже очень сильно нуждаются в постельном белье и вообще многом другом. Но поскольку у нас есть возможность прошить именно постельное, мы хотим это сделать и отправить для детских домов. Сотрудники предприятия говорят, что приятно работать в таком коллективе, где каждый готов откликнуться на нужды других людей, где проблемы товарищей воспринимают как собственные. Люди признались, что были рады внести свой вклад в общенародное дело – поддержать защитников нашей страны. Они уверены, что многие последуют их примеру. Влада Волошина, Евгений Холмацкий, служба информации телеканала 360 «Армавир».